Привет, с вами Сергей Гудков, психотерапевт. Одна мысль про самооценку. Дело в том, что многие люди, пытаясь исправить свою самооценку, обращаются к чему-то внешнему. Например, идут в зал, чтобы накачать рельеф, чтобы показать свой красивый живот или ягодицы. Или, хуже того, прибегают к каким-то косметическим процедурам и даже к пластическим операциям. Да, они получают восхищение, поддержку, замечания со стороны, как ты хорошо выглядишь. Ну, иногда неодобрение, конечно. В чем здесь подвох? По определению, самооценка, то есть само, да, то, как я сам оцениваю себя по своим критериям. То есть получается, когда человек обращается к каким-то внешним способам, то есть он ищет поддержки от других, то получает очень мощное подтверждение, что я это делаю для того, чтобы получить мнение других. Действительно, моя самооценка ничего не стоит. Действительно, у меня все с этим плохо. И каждый раз, вот здесь парадоксально, чем больше человек действует, чем больше успехов он добивается, тем одновременно больше сомнений в своей самооценке он получает. Потому что это не тот путь. Вот так.